Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня 24 мая 2024 года. В Украине, как видите, серьезные проблемы со светом. И с ними сталкиваются сейчас миллионы украинцев из-за постоянных отключений в результате варварских атак по украинской гражданской инфраструктуре. Но, тем не менее, это не повод для того, чтобы... Мы не продолжали наше общение. Наш враг, безусловно, будет разбит и победа будет за нами. А сейчас мы поговорим о том, как эту победу мы приближаем и что для этого делает наш враг, в первую очередь. И главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Сырский заявил о том, что российские оккупанты увязли в уличных боях за Волчанск. И на этом Российская наступательная операция на Харьковщине, она, безусловно, будет продолжаться, противник будет вводить дополнительные резервы, однако эффекта неожиданности у него уже, как это было зимой 2022 года, точно не получилось. Чистки генералов российской армии уже четвертый высокопоставленный генерал, связанный с бывшим министром обороны Шойгу, оказывается за решеткой, очередным арестованным, оказался зам начальника Генштама, то есть зам Валерия Герасимова, начальник главного управления связи вооруженных сил, генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Об этом сегодня сообщают СМИ, но и это не все. Был сегодня также снят с должности командующий 20-й армией РФ Сухраб Мамедов. Этот генерал э, известен в первую очередь э, огромными потерями, которые российские оккупанты понесли на угледарском направлении в 22-м, 23 -м годах. Во Львове прошел форум российской оппозиции, которая поддерживает Украину и поддерживает, в первую очередь, добровольческие вооруженные формирования. В Беларуси Лукашенко назначил нового начальника генерального штаба вооруженных сил страны. Им стал генерал-майор Павел Муравейко. И, наконец, информация о том, что российские пограничники демонтировали демаркационную линию с Эстонией. Об этом сегодня сообщили представители эстонской пограничной службы. Обо всем этом, друзья, поговорим далее. Итак, на России продолжаются генеральские чистки. Сегодня был арестован очередной высокопоставленный российский военный. Напомню, что первым резонансным делом еще до отставки Шойгу был арест его замминистра Тимура Иванова. 23 апреля он был задержан по делу о взятке. Ему инкриминируют получение взятки на общую сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей. Также оф рекорд сообщается о том, что его на дело о государственной измене. В свою вину он не признал, он остается в СИЗО. 13 мая был арестован еще один генерал, начальник главного управления кадров МО Юрий Кузнецов. При обыске у него нашли более 100 миллионов рублей. Предметы роскоши, коллекцию антикорриата, золотые монеты, коллекционные часы и тому подобное. Сам он заявил о том, что все деньги, найденные при обысках, можно подтвердить. Он это сообщает о том, что это все, все декларировал. Этот человек был ответственен за выдачу, в том числе, допусков к ГОСТА, в том числе, это коммерческих подрядчиков. Далее идем. 21 мая стало известно о задержании генерал-майора Ивана Попова. Это бывший командующий 58-й армии РФ, принимал участие в... В вооруженных действиях на территории Запорожской области, критиковал Герасимова, критиковал руководство российских вооруженных сил за проблемы, сообщал о том, что якобы не были сооружены достаточные укрепления, нет боеприпасов. И вот теперь его арестовали по делу о хищении более 1700 тонн изделий металлопроката на общую сумму 130 миллионов рублей. Сейчас ему переквалифицировали дело в переводе из СИЗО под домашний арест. Наконец, 23 мая накануне стало известно о задержании начальника главного управления связи, за начальника генштаба, человека близкого уже теперь к в Герасиму, Вадима Шамарина. По версии российских следователей, он получил взятку от главбуха Пермского телефонного завода Телта в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции. Также стало известно, Вчера у задержании сотрудника департамента по обеспечению гособоронзаказами на обороны Владимира Вертелецкого. Он якобы принимал невыполненные работы по государственному контракту. Ну и вот сегодня стало известно о снятии из должности. Сообщается о том, что об этом сообщает близкий к Вагнерам телеграм-канал Грейзон, что он отправлен в отставку. Другие данные якобы его вывели в распоряжение командования. Этот самый Ахмедов известен в первую очередь тем, что, пытаясь выслужиться и получить награды, он привел к огромным потерям на угледарском направлении в двадцать 2023, -2023 года. Как мы видим, Путин проводит чистки дальнейшего российского, среди российского командования. Очевидно, это связано с зачисткой людей. Теперь уже не только Шойгу мы видим, уже новый арест Шамшарина. Это человек уже Герасимов, это не Шойговский кандидат. То есть выбиваются стулья, выбиваются основные лица, связанные как с начальником генштаба Валерием Герасимовым, так и с бывшим министром Сергеем Шойгу. Зачищаются схемы, Делается это в первую очередь в целях устрашения российского командования и э, эта чистка такая в сталинском духе проходит в первую очередь для того, чтобы подать четкий сигнал а остальным. Можете воровать, но если вы не будете знать меры или не будете делиться опять с тем, с кем нужно, а делиться надо теперь уже с новым министром Белоусовым, понятно, а с его людьми то вы точно так же пропадете, попадете в СИЗО и далее пойдете по этапу. В любом случае, обычная для воровского российского государства схема. Убираются одни воры, поляна чистится для того, чтобы на эту поляну могли зайти другие воры. Пока поводов для серьезных опасений до того, что Россия может отказаться от обычной коррупционной практики, я не вижу. Я думаю, что все пока идет скорее по накатанной Схеме, ну и опять же, никто не отменял чисто банального устрашения. Хватает, понятно, людей, связанных э, из ближайшей обоймы бывшего министра Шойгу, вот, который последний, напомню, назначен был на ничего не значащую должность советника президента. Якобы вот там будет заниматься оборонными заказами. Но понятно, что его уже никуда не допустят, никаких прошлых возможностей уже Шойгу иметь не будет. Вот, ну и его трогать не будут, поскольку, очевидно, его и так закошмарили делами его ближайшего окружения. Он окружен, выставлены вокруг него красные флажки, за которые забегать он не может. Да и, собственно, дергаться ему и некуда. Ну а там вариантов два. Или пронесет Сергея Кожугетовича и всех поарестовывают, посадят, а он останется на свободе, правда. Будет спиваться потихонечку, пойдет по накатанной дорожке, покатится, как Дмитрий Медведев. Второй вариант, такие вот додавят в конечном итоге и что-то с ним сделают, на самый простой вариант, на самом деле, несчастный случай, передозировка чего-то, сердечный приступ, ну или застрелился, ну это, скажем так, уже на крайний случай. Одним словом, вариантов не так уж и много. Для будущего Сергея Кашгетовича за него нам переживать не надо, вот он сделал все для того, чтобы развалить Российское Министерство обороны, разворовать его бюджет, но, видимо, переусердствовал в какой-то определенный момент. Теперь о ситуации на фронте, в частности, в Харьковской области самая горячая точка там, это Волчанск. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о том, что российские оккупационные войска полностью увязли в уличных боях за Волчанск. Он заявил о том, что теперь уже не украинская армия перебрасывает резервы, а оккупанты вынуждены перебрасывать. Ранее появилась информация, это не информация Сырского, они сообщали другие украинские каналы, в частности о том, что Россия была вынуждена перебрасывать на Волчанское направление подразделение ВДВ, элитное как заявил Сырский, россияне вынуждены поддерживать активное штурмовое действие, но безрезультатно. Также сообщается о том, что армия РФ понесла серьезные потери в районе Липцев, перешла к активной обороне и производит огневое поражение украинских подразделений, окапывается и минируется. То есть, они уже там перешли к активной обороне. Также сложная ситуация в районе Кисловки, где оккупанты пытаются порвать оборону украинских военных и выйти к реке Оскол. Понятно, ситуация остается сложной, в том числе и на Часовом Яре. Следует ожидать активизации действий российских оккупантов, поскольку они для этого подготовили и перебрасывали резервы. Ранее, напомню, руководитель Украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал о том, что оккупанты могут готовить наступление на Сумщине. Во Львове тем временем прошел форум российской оппозиции, которая поддерживает российские добровольческие формирования. В частности, об этом сообщил галерист Марат Гельман. Информация об этом мероприятии, где оно проходило, была засекречена по понятным соображениям. Сообщается о том, что там присутствовали бывший депутат типа, Госдумы Илья Пономарев, активистка Евгения Чирикова, адвокат и военнослужащий теперь уже российского добровольческого формирования в составе вооруженных сил Украины Алексей Барановский. Э, сообщается также о том, что присутствовал ряд других лиц. Все они поддерживают э, такие формирования, как Сибирский батальон, Л Легион Свободы России, Русский добровольческий корпус. Одним словом, складывается, складывается круг тех, россиян, которые поддерживают уже не на словах, а на деле. Многие из них донатят, либо собирают донаты на вот эти самые добровольческие подразделения. Тем временем в Беларуси появился новый начальник генштаба вооруженных сил страны. Им стал генерал-майор Павел Муравейка. Сообщается о том, что он занимал до этого должность первого заместителя госсекретаря Совета Безопасности Беларуси. Новый глава Генштаба окончил Минское высшее военно-политическое училище и Военную академию Российского Генштаба. Ну, попросту говоря, политрук. А какие из политруков командующие, я думаю, объяснять вам не надо. Ему 55 лет. То есть он еще успел послужить в советской армии, поэтому в принципе это диагноз в любом случае, ну и не о не советской армии, а о том, что он закончил высшее военно-политическое. Политрук это диагноз, поэтому как военный... Я, безусловно, не располагаюсь информацией, но обычно политруков, будем так сказать, был такой принцип, в том числе даже в советской армии, красной армии политруков на должности начальников генштабов не назначали. Но, как говорится, Беларусь при Лукашенко это уже не государство, это уже такое себе прокси-государство, квази-государство под российской пятой, никакого самостоятельности не имеющего, никаких решений. Естественно, оно принимать самостоятельно не может. И, наконец, еще один скандал. Э -э рассказывал накануне о том, что российское правительство по рекомендации Министерства обороны рекомендовало э -э поменять географические точки координат, из-за чего должны были поменяться морские границы, забрать Россия собиралась в частности, в морской акватории у Литвы и у Финляндии. После резкой реакции стран Балтии. Финляндии и других стран НАТО, этот проект с сайта российского правительства неожиданно исчез. Без объяснений. Вот, как говорится, дали в морду хаму. И хам, в принципе, о своем предложении забыл. По крайней мере, на время. Что это было, спросите вы, а ответа пока нет. А тем временем, Убрала 24 из 50 буев, которые были установлены сотрудниками погранслужбы Эстонии для обозначения территориальных вод на реке Нарва. Сделали они об этом сделали значит, в одностороннем порядке ночью. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кая Калас также известно о том, что эти пограничные буи устанавливаются с учетом изменения русла реки. Они были установлены сотрудниками пограничной службы. Русские их убрали в самостоятельном порядке. Сейчас идет разбирательство. Но в любом случае прецедент нехороший, я бы так сказал. То, что они залезли, они не просто убрали буи, украли имущество другого государства, они влезли на территорию, а поскольку по руслу проходит государственная граница, по сути, российские пограничники, будем говорить, незаконно вторглись на территорию среднего государства. Как это проспали, почему им позволили, где в это время были сотрудники погранслужбы Эстонии, где видеокамеры, по идее, все там должно записываться, вопрос тогда, когда появится видеозапись этого эпизода. Но одним словом, вопросов более чем достаточно. Мне кажется, война с Россией, которую ведет Украина уже 11 лет, это не повод для расслабления, а наоборот, повод для мобилизации. С любовью, друзья, к нашим эстонским друзьям и союзникам. Это, так скажем, была дружеская рекомендация, ни в коем случае не критика. Мы всегда на вашей стороне, как, собственно говоря, и вы на нашей. И враг у нас, в данном случае, один. Это я к тому, что бдительность терять, друзья, согласитесь, ни в коем случае нельзя. Как минимум, должно быть проведено, в этом случае, я считаю, служебное расследование по поводу действий, руководство да, на данном участке границы, руководство данной эстонской погранзаставы. Ну, как минимум, это не мешает сделать для того, чтобы не было повторения эксцессов на других местах. Уверен, в любом случае, наши эстонские союзники сделают для себя правильные выводы. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Берегите себя, подписывайтесь на канал. И, как говорится, да будет свет, и в прямом и переносном смысле Украина победит. А российский нацизм, российский фашизм потерпит поражение, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. Победы Украине, нашим союзникам. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока.